This event requires not only sport facility investment. Чебоксары сильно продвинулись в подготовке со времен прошлого визита ассоциации. Были вложены большие инвестиции и проведены работы по организации мест для размещения гостей. Продажа билетов уже началась. Их реализуют в концертных кассах Чебоксар, Новочебоксарска и даже Йошкар-Олы. Ну а некоторым горожанам посчастливилось стать обладателями бесплатных билетов. Их вручили победителям массовых стартов и авторам слоганов для болельщиков. На суд жюри поступило огромное количество речевок, но в итоге отобрали только 4 варианта. Посмотри, Европа, русского галопа. Отлично! Супер! Организаторы чемпионата ожидают большого накала страстей. За медали будут бороться представители 12 стран. Причем у национальной команды есть все шансы занять первое место. Узнать имена лучших спортсменов чебоксарцы смогут уже 21 июня. Именно тогда на стадионе Олимпийский победителям вручат заветные медали. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. Столица Чувашии активно готовится к предстоящему командному чемпионату Европы по легкой атлетике. Специальная комиссия проверила объекты, задействованные в проведении спортивного мероприятия. Здание гостиницы в сгорании. Просим покинуть помещение, сохраняя спокойствие. Dear guests, fire in the hotel. We ask you to leave the building. Be calm. Система внутреннего оповещения появилась в гостинице «Спорт» совсем недавно. Она позволяет моментально сообщать о любых происшествиях всем постояльцам. Эта гостиница – основное место проживания команд-участниц чемпионата. Обеспечивать безопасность будут сотрудники ЧОП, а волонтеры – оказывать информационное сопровождение. От строгого взгляда комиссии не ускользнула ни одна деталь. Датчики возгорания, камеры видеонаблюдения, наличие эвакуационных выходов – все в соответствии с принятыми нормами. Пожарная сигнализация имеется. То есть датчики, да, вот. Вот это два сигнализационных датчика, да? Да. Окно. Окно. Без решетки. Стать свидетелем спортивных достижений и побед можно будет на стадионе Олимпийский. Он станет основным местом проведения командного чемпионата. И на нем примут все меры обеспечения безопасности. На арене появятся пропускные рамки, видеокамеры, кнопки экстренного вызова. На самом стадионе будут работать сотрудники органов правопорядка. Такие меры примут на всех объектах предстоящих соревнований. Во всех объектах согласованы и утверждены паспорта безопасности. Объекты с местами пребывания людей прошли категорирование. Комиссия проделала большую работу. Все объекты готовы к приему участников и гостей командного чемпионата Европы. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика. С 1 июня открывается купальный сезон, но чебоксарцы уже активно отдыхают на берегу Волги. Комиссия в составе сотрудников Роспотребнадзора и Госинспекции МЧС по маломерным судам оценили готовность пляжей. В Чебоксарах работают 4 пляжа. Они оборудованы душевыми кабинками, питьевыми фонтанчиками и камерами хранения. Начали работу спасатели и сотрудники госинспекции по маломерным судам. В выходные дни их количество на постах будет увеличиваться. Сотрудники МЧС напоминают всем жителям республики о культуре поведения и предельной безопасности на воде. Вода суток, она ошибок не прощает. Строго запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. Все те несчастные случаи, даже на сегодняшний момент, с гибелью именно на воде, происходят с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание хотелось бы обратить на детей. Сейчас начинают школьные каникулы, очень многие дети предоставлены сами себе. Даже в утреннее время, вот проходя по воде, я иду, да, на лодке, очень много детей без взрослых, очень много. Поэтому большое внимание именно взрослых обращать на это внимание. Даже если это не ваши дети, если вы видите то, что дети одни находятся без взрослых, это можно сделать замечание. На случай, если кому-то станет плохо, в местах массового отдыха работают медицинские пункты. Кроме того, в этом году на пляжах появились кнопки оперативного вызова сотрудников полиции. За последние годы грубых нарушений общественного порядка на берегу не зафиксировано. Не зря чебоксарские пляжи считаются одними из лучших в Приволжском федеральном округе. Анастасия Лангин, Александр Петров, Республика. Маленькая страна под таким названием. Сегодня в столице Чувашии проходит детский творческий конкурс. В концертном зале музыкальной школы номер 3 собрались, пожалуй, самые маленькие исполнители республики.
Повысить интерес к занятиям музыкой, разбудить фантазию, развить творческие способности детей. Такие цели ставит перед собой открытый республиканский конкурс «Маленькая страна», приуроченный к Дню защиты детей. Уже в 7-й раз он проводится для самых маленьких музыкантов. Для многих ребят это первое очень значимое выступление на сцене. И они, как самые настоящие артисты, исполняли роли сказочных героев, читали стихотворения, играли на музыкальных инструментах. Красочные яркие костюмы, интересные импровизации, высокое актерское мастерство. Все это вызывало большой интерес у зрителей и жюри. Конкурс «Маленькая страна», посвящен Дню защиты детей, проводится ежегодно в конце мая. Дети со всей республики приезжают на этот конкурс со своими сказками, которые сочиняют сами со своими родителями. И эта творческая фантазия объединяет всю семью. А ребенок в это время играет на своем инструменте, создавая, наполняя образы определенным смыслом. Закончился учебный год, впереди у школьников летние каникулы. 1 июня на Красной площади Чебоксар состоится сразу несколько массовых мероприятий для детей. В 11 часов малыши из детских садов, их родители и воспитатели соберутся на традиционную зарядку со звездой. Мы гордимся тем, что среди звезд будут не только спортсмены Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики, но и юные телеведущие детских программ нашей телекомпании. В 12 часов праздник на Красной площади продолжит шуточный чемпионат по метанию портфелей «Ура, каникулы», придуманный и организованный национальной телерадиокомпанией Чувашии. Мы вовсе не призываем ребят на все лето забыть об учебе, просто хотим немного похулиганить в детский праздник. Приходите с портфелем на Красную площадь, кидайте его дальше всех, получайте призы и медали. Соревнования пройдут в разных возрастных категориях, в том числе и среди взрослых. Пока это все новости. Я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы «Республика».